2132 тонны снега было вывезено с территории города на площадке временного складирования за последние дни. Работы по расчистке Самары от снега продолжались все выходные в круглосуточном режиме. Об этом говорили в понедельник на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Накануне ночью город также расчищали от снега. По работе в ночную смену было задействовано у нас 111 человек уборщиков территории, 131 единица техники. Работы проводили по регламенту, по очистке улично-дорожной сети. В том числе была организована вывозка снежных масс. Мокрый снег сменился дождем, что добавило хлопот городским властям. В низинах начала скапливаться вода. Проводились работы по ее откачке с улиц. Специальная техника привлекалась как в дневную, так и в ночную смену. Из Кировского и Куйбышевского районов, где было особенно много воды, вывезли по 5 бойлеров. С инженерных систем было откачано 1592 кубометра. Сегодня в день у нас организована работа всего 136 единиц техники. Ну, если говорить в общем, это 1875 дворников и дорожных рабочих, это с учетом тех данных, которые дают районы внутригородские. Завтра в Самаре ожидаются небольшие осадки, ночью до 1 мм, в течение дня от 1 до 1,5 мм, а 23 ноября коммунальным службам придется вновь активизироваться. Ожидается от 5 до 7 мм осадков в виде мокрого снега. Также в городе продолжаются работы по откачке воды. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.